Игра Factorio, версия 0.17.52. Играю через Steam. Покупал через Steam. Загружаю. Время игры 4.29. Загружаю игру. Сейчас моя цель за 200 бутылочек сделать научное открытие под названием «Логистика. Второй уровень». Это позволит мне получить красные конвейеры. Я начну производство красных конвейеров. Они позволят мне больше железа пропускать, прогонять. Ага. Закончился уголь в печках. Сейчас добавлю уголь. Сейчас добавлю уголек. Уголек. Я добавлю уголек. Я добавлю уголек. Сколько у меня тут его? Столько маловато. Столько 500. 10 стеков. Нет, мало. 15 стеков. Сейчас во все печки добавлю. Раз одна печка замигала красным треугольником, значит, добавим во все. В пушку можно добавить уголь? Нет. Пушка углем не стреляет. Удивительно. Так. Так. А, некоторые печки не потребляют уголь, потому что угля профицит. Уголь не уезжает с конвейера, и печки останавливаются. И не потребляет уголь. Просто превосходно. Экономия. Так. И 300 угля осталось. Я его... А! Я весь этот уголь оттащу кое-куда. Отволоку. Далеко на юг. Там у меня кое-что работает на угле. О, дерево. Зачем дерево? Дерево срублю. Где эти бойлеры? Вот мои паровые машины, которые генерируют электричество. У меня уже 4 бойлера работают. На сколько они работают? Вот. На 70% своей мощности у меня работают 4 бойлера. Дерево надо срубить. О, рыбку можно поймать. Нужна, нет? Рыбку поймал. Еще рыбку. У меня сынок полюбил ловить этих рыбок. Вот они, правда, плавают не всегда близко к берегу. Когда рыбка далеко, ее можно ловить с помощью строительного робота. Или с помощью транспортного. Наверное, строительный. Так, загрузим. Теперь уголек. Оп. Все. Сейчас у меня синий инзертер будет этот уголек перебрасывать по одной штучке. Пока я их не прокачал. Какая у них сейчас? Я посмотрю, бонусы, бонусы. Да, инзертеры пока я не прокачал. Здесь инзертеры не отображаются. Инзертер можно прокачать, он будет хватать 3 предмета одновременно за одну операцию. Ой, не ту кнопку нажал. Загрязнение посмотрим. Так, о, жуки появились. Надо их уничтожить. Ну, я побегу их уничтожу. Пока я их грохну, у меня уже закончится, наверное, исследование красных транспортеров. Красных, как они называются, конвейеров. Где эти жуки-то? Чуть далековато до них бежать. Действительно. Что заблужусь в этих лабиринтах? Скалы. Лабиринт скал. Жуки, конечно, с трудом тут проходят. Но я могу заблудиться. Попасться в ловушку. В тупичок забежать.
где там? А, после железа. Сейчас железо пробегу. На северо-восток. Я бегу на северо-восток. О, через лес. Ох, дерево насобираю, буду бревна кидать. Буду бросать поленья в жуков. Оглушать их. Куча железа. О, камень. Камень здесь не нужен, я его тоже снесу. О, плюс 23 камня. Богат я на дерево, на камень. Так, жуки где? О, ночь. Не люблю ночь, ночью плохо видно. Видимость плохая. Вот они, о, их много, да, мне не важно сколько их. Я их всех грохну. Я уже знаю, как это делать. О, я не взял патроны! А-а-а! Умрите! Гады. Главное, чтобы не кислота. Ох, гады. А, вот так вот вам, сюрприз. А, кислота. Уже какой звук интересный. Ой, я стреляю, пушка стреляет. Все, я победил. Ой, в кислоту наступил. Больновато. Рыбку что ли поставить? Ярлык рыбу сделаю. Чтобы лечиться. Хотя маловероятно, что это понадобится. Так, пушки полечил. Одну пушку только потерял. Все, победа. Жуков я снес. И научные исследования закончил практически. Бегу назад. Где еще жуки? А, нету. Ну да, я их стал с легкостью мочить. Ой, железо нашел. Сколько? Еще 1 800 000. Воды много. О, так, вот это железо сначала я возьму на востоке. Так, пятно загрязнения расползается, мне кажется. Все дальше и дальше. О, слева жуки. Причем они в зоне загрязнения. Надо их грохнуть. Их там немного. Два гнезда, кажется. И потом начну уже строить конвейеры красные. Это будет непросто, конечно. Но для меня просто. А для Нумика непросто. Уже там много ингредиентов будет сравнительно. Где эти жуки? Ой, далеко на западе. Самый конец красного пятна надо бежать. Их надо уничтожать, потому что они уже в зоне загрязнения, значит, они будут атаковать источники загрязнения. Так, ну продолжим какие-нибудь другие исследования. О, поезда сейчас у меня будут открыты. Исследование поездов сейчас будет. Мне их не будут пока ставить. Зачем? Конвейеры будут. Я планирую первый мой поезд сделать длиной в 20 вагонов и 4 локомотива. И он у меня будет ездить на дровах. Потому что дров будет очень много. Их девать некуда. Буду ими поезда толкать. Поезда, кстати, не электрические в игре Факторио. Только паровые, только теплушки. Только тепловозы. Ой, сколько я сейчас дерева нарублю. Хорошо, что прокачал молоток свой. Патронов много? А, патронов полно. 3 стека. Броня хорошая, патронов много. А прочность у брони есть? У брони нет прочности, интересно. Раньше была. А так, если посмотреть на нее,
на эту броню. Не, броня потеряла такой параметр, как прочность. Так, где жуки? Это вообще жуки? Жуки и два гнезда. Там, за водичкой. Сейчас я их расчехвостю. И буду делать красный конвейер уже. А, это не жуки. Это черви. Ну, они, черви очень опасные. С ними нельзя шутить. Я посмотрю дальность их стрельбы. А, стреляют. Что за звук странный? Не успели. Они не успели мне пушку грохнуть. Когда в пушку стреляет червь, кислота наносит мгновенный урон, но не продолжает разъедать ее. Если я в кислоту влезаю, она меня разъедает, пока я стою в ней. А вот пушку она не ломает, не разъедает. Так, этих жуков я грохнул. Еще жуки, все. Нет больше жуков. Можно уже нефть будет добывать. А, нет, ну, солнечные панельки. Сначала. Научные исследования, да, по очереди. О, светофорчики. Светофоры — это очень интересная вещь. Я думаю, я уже в совершенстве овладел мастерством, так сказать, строительства железных дорог. Я уже знаю, как ставить эти светофоры, как пробки все эти разруливать, как железную дорогу построить, рельсы, всякие перекрестки можно сделать, двустороннее движение, трафик плотный можно уплотнять. Фабрику сейчас надо мне. Фабрику. Есть у меня фабрики? Мало. Надо много. Пу-пум. Так, конвейеры. Конвейер красный. Оп, шестеренки и желтый конвейер. О, смс-ка. 900. О, зачисление какое-то на карточку. Классно. Почитаем. Ну-ка, зачисление на карточку. Зачисление, сейчас посмотрим. Оплата 800. Чека, подождите, а зачисление какое? Ай, не туда залез. Фу, зачисление. Нет. Это можно игнорировать. Наверное. Или нет. Так, держим. А, эту смс-ку. Да, вспомнил. Что-то смс-ка поздно пришла. Да. Продолжаем. Железо надо подвести сначала. Для начала. Сюда. Потом желтые конвейеры. Снимать я их ниоткуда не буду, я поставлю фабрику для производства желтых конвейеров. Фабрику поставим. Желтые конвейеры. Опять железо и шестеренки. И фабрика с шестеренками у меня будет здесь стоять. Вот так поставлю. Ой, забыл. Надо железо? Надо. Везде надо железо. Ой, вот так вот. И еще. Исследование проводим. О, вот они, светофоры. До этого было не светофоры.
До этого было что-то другое. Что было до этого? Сейчас зелененькие посмотрим исследованное. Ну, это железнодорожные станции. Пункты остановок. Это для того, чтобы один поезд мог в пределах одной железной дороги ездить между станциями. А сейчас я делаю другое исследование, которое уже позволит двум, более одного поезда, два, например, поезда, чтобы могли ездить по одной железной дороге. Вот, или по одной сети железных дорог. Светофоры для этого нужны. Это для шестеренок у меня. Конвейеры. Шестеренки. Вот они. Еще конвейеры поставим. Ой. Конвейер можно соединять с логистической сетью, как хочешь. Конвейеры можно соединять, сундуки можно соединять. Ну, не все можно соединять. Лампочки можно соединять. Инзертеры можно соединять. Фабрики нельзя соединять с сетями. Фабрики тупо работают от электричества и больше ни от чего не зависят. Пошло, нет? Не пошло, потому что сюда надо провести продукцию. Все, еще вот это. Вот теперь пошло. Конвейеры. А теперь надо сплиттеры и подземные красные сделать. Фабрик надо много. Пошел я за железом. Скину дерево, скину... Столбы надо? Столбы пригодятся. Сделаю столбы. Скину лишние камни. Вот это скину, мне не надо. Уголь откуда-то взялся. А, там в камнях уголь есть. Но мне сейчас не нужен. Это кирпичи мне тоже сейчас не нужны. А, потом стены надо. Фабрику со стеной сделать надо. У меня будет фабрика стоять, она будет в стены строить. Так, а сейчас я побежал за железом. Или не побежал я за железом? Ну ладно, сейчас сначала сделаю это. Защиту надо поставить. Уже. Далеко убежал. Защита нужна. Это будет у меня сплиттер для начала. Ой, как дорого. Куча фабрик будет у меня. Куча фабрик. Вот так вот будет. В полоску. Я буду делать полоску. Производственную. Я так раньше не делал. Бум-бум-бум. А! Куда же эти конвейеры девать-то? В сундук. Стальной. И чё? Чё застряли-то? Шестеренки. А, шестеренки. Как быть? Ну, попробуем сплиттером разрулить эту ситуацию. Вот так вот. Получается? Получается. Угу. Хватит мне мощности одной фабрики на это все. Угу. И вот так. Два инзертера. На каждую половинку надо загружать отдельным инзертером. По-другому ничего не будет работать. Электричество проведем. А, заработало. Началось. Началось производство красных. Вот машинка. Я на ней не буду кататься, потому что она будет в деревья врезаться. Препятствий много, в деревья всякие.
столбы. Буду ломать свои постройки этой машинкой. Она ездит быстро. И она может стрелять. У нее свой автомат есть у этой машинки. Сейчас она появится в сетке крафта. Так, сплиттер. Шестеренка. Чтобы шестеренку сделать, нужна фабрика. Опять. Вот так, делаешь, делаешь, потом все менять. Ой. И чё? Хорошо, есть красный на этот случай. А этот не нужен. Сколько надо шестеренок? 10. Ну еще красный нужен тогда. Вот так вот. Надо много шестеренок. Быстро их надо перетаскивать. Давайте. Работайте уже. Я вижу, нет, зачем три. Один успевает. Так, сюда надо, конечно, сплиттеров не так много. Стальной сундук возьму. Ограничение поставлю на 2 стека. А то все ресурсы грохнутся на эти сплиттеры. Так, зеленая схемка. Ну и все, пошел за железом. А что за ним ходить? Вот оно есть. Соберу здесь. Построю фабрики. Можно их построить? Нельзя. Почему? Меди нету. А меди, медь где своровать? Тут что ли? Много надо фабрик. Ну ее долго собирать. Пойду за сундуком. Пойду к сундуку. И сделаю много фабрик сразу. О, уголь закончился. Как так? Пропустил две печки. Ну, пойду возьму. Так, 7. Что-то мало. А, железа надо больше. Возьмем железо. О, 45. 25 и 7. 32 фабрики у меня будет. Так, все лишнее. Так, ресурс исследования. О, увеличивать усиление взрывчатки. А я ее почти закончил уже. Раньше я ее проводил. Сохранились результаты исследований. Посмотрим, карту открылась сколько. О, тут далеко жуки. Большое гнездовье. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь гнезд. Ну, для меня это не проблема тоже. Тут одно гнездо. Загрязнение далеко, они нападать на меня не будут. Но они будут размножаться потихонечку. Когда будет побольше, когда их станет больше... Я возьму побольше патронов, пушек и уничтожу, вынесу все гнезда сразу в том регионе. А пока что... А, жуки же еще эволюционируют, становятся сильнее. Ну,
это просто означает, что я больше буду тратить ресурсов на на военные действия. Так, фабрики готовы. Так, фабрика есть. Теперь еще исследование. О, теперь электрические вышки можно будет ставить. Высоковольтные, но высокие. Тут вольтажа нету, понятия. Но есть вышки, которые позволяют далеко протягивать провод. Зеленые схемки. Медная проволока нужна и железо. Железо я подведу. Медные проволочки сейчас сделаем. Где их брать? А, ну для медных проволочек опять же фабрику. Не буду нигде тырить. А где фабрика? А вот, уже 16 штучек есть. Вот так пусть будет. Да. Проволочка медная. Конвейер. Инзертер. И медь надо протянуть. Вот она. Заканчиваются сплиттеры желтые. Крафтить придется, наверное. Ой, ту кнопку нажал, соседнюю нажму. Электричество подведу, и все, сейчас заработает это. Теперь... А, это надо сделать. Ой, так, повернем. Ой, не туда. Схемки-то не туда я тяну. Их надо сюда тащить. Так, как мне это сделать? С помощью, конечно, подземного. О. Вот так. Ой. Вот так. Вот так вот. Раз. Раз. Угу. Это я сделал. Так. Схемки зеленые пошли. Теперь надо наладить желтые сплиттеры производства. Опять фабрику ставлю. Вплотную поставлю. Нет, вплотную не надо. Плохо все это закончится. Поставлю так, подальше. Сплиттер желтый. Правильно? Да. Производство желтых сплиттеров надо. О, железо, зеленая схемка и желтый конвейер. Ой. Сначала железо продаю. С помощью сплиттера и... Вот так. Так, теперь подземный. Так. Так, железо подвел. Зеленая схемка. А. И конвейер сразу подтащу. Вот туда. Таким образом. О, вот так вот. Вот так вот, вот сюда пойдут сплиттеры. Сплиттеры пойдут сюда, желтенькие. Так, железо подвел, теперь зеленые схемки. Зеленая схемка, железо и медная проволочка. Железо сделаем. Ой, это ты чё?
подвел, и теперь фабрика с железной проволочкой. Фабрика, железная проволочка. Железная проволочка. Исследование опять. О, сера! Это уже нефтепродукт. Серу делать надо... Вон, было написано, из серной кислоты, или наоборот... А, из серы делается серная кислота, по-моему. Медь протащим. Последний сплитер. А, нет. Предпоследний. Протащу электричество теперь. Заработала, да? Теперь желтые конвейеры надо туда засунуть. Эх. Ну что же. Желтые конвейеры я уже знаю, какие засунуть надо. Вот эти. Все. Больше они здесь не нужны мне. Желтые конвейеры не нужны, желтые сплиттеры не нужны. Желтый сплиттер засуну. О, вместо него будет красненький сейчас. Да? Готов. Все, производство пошло. Так, опять, ограничения есть, все, порядок. Что стоит? Что стоим, кого ждем? Я не понял. А, желтые сплиттеры. Они производятся у меня? Не вижу. А, схемки делаются долго. Ну что же, есть у нас понятие масштабирования. Я же его ввел, это понятие. Не просто так. Добавлю, раз у меня медленно схемки делаются, я добавлю производство схемок. Вот таким образом. А, конвейер надо взять. Конвейер-то у меня уже появились красненькие-то. Полмо. Оп. Ярлычок. Вот так поставим. Так, этот ярлык мне уже не нужен. Вот так вот. Поставлю ярлычок сплиттера другого. Ну чё, сплиттеры где? Долго делаются. Чё? Чё он... Желтые сплиттеры где? Долго производит. Ой, заснешь. Или он не доезжает? А, конвейер не так. Инвертер не так поставил. Вот так же надо было. Инвертер неправильное направление задал. В этом была проблема. Так, сплиттеры есть. Ярлычок поставлю. Сюда. Так. Железо. Подождите. Могу сделать красненькие? Ну да, почему нет? Красненькие подземные. Из чего он делается? Из желтого. Ну так. Да, почему нет? У меня 20 желтых есть. Сейчас я их грохну. На производство красных. Железо надо только. Сейчас железо еще подтырю. И истрачу мои подземные желтые конвейеры. 20 штучек. А, сундук. Сундук у меня тут.
Все. Готово. Долго они делаются уже. Крафт долгий. Большое количество деталей нужно. Большое количество ресурсов. Так, уголь уберу. Он мне не нужен. О! Железо закончилось. Поставлю майнер для производства стали в другом месте. Вот тут поставлю. И конвейер придется оттащить. Электричество. Че он стал-то? Че он не работает? Вот этот вот. А! Вот так надо делать. Угу, порядок. Вот. Вся железная руда уйдет. Так. Ну, радар потихонечку открывает карту. Наверное. Или не открывает уже. Сейчас я посмотрю. Это не видно. Кажется, все открыли. Можно удалять. Они тратят у меня уголь. Расходуют. Один радар оставлю. Самый северный. Который на... Который дальше всего на севере находится. Ближе к западу. Слева вверху. Остальные радары уже... бесполезные. Да. Сейчас я их снесу. Где они? Этот остался. Посмотрю. Что он делает? О, исследование. Взрыв, чатка, ура! Ой. А, ну он тоже, вот он. Вот он осветил этот квадратик. Значит, он уже не нужен. Все. Я их уберу в сундучки. Или открыть еще что-нибудь. Провести электричество, открыть больше территории. Есть смысл? Туда утащить их. А, к железу. А, нет, нет смысла. Я открыл достаточно территории и ресурсов. Теперь я знаю расположение полезных ресурсов, которые мне нужны будут. Так, этот майнер не нужен. Угля здесь тоже нет. В компенсацию поставлю майнер в другом месте. Вот сюда. Вот так. И вот так. Два майнера пусть стоят. Так и корница. Стальной сундук, железный сундук, электричество. Пусть впрок копают. И защита. Вот здесь. 26 обоим желтеньких, недорогих. О! Производство бутылочек у меня. Зелененькие бутылочки не производятся в нужном количестве. Почему-то. Смотрим, что случилось. Какая-то авария. Так, это у меня производится... Что производится? Зелененькие бутылочки. Это красненькие производятся много, а зелененькие что? Кончаются. Ресурсы есть. Ну, они, видимо, кончаются. По какой причине-то? Все работает. Шестереночки крутятся.
Посмотрим. Кнопочка P. Продукция. За час. Как изменилось. Посмотрю на зеленые бутылочки. Угу. Выросло. И стабильно в течение долгого времени производится вот синяя полоска. Бутылочки работают. А если вот так нажимать? Вот. Вот. В течение 48 минут количество бутылочек производится 20 штучек. В 20 штучек в какую единицу времени? Двадцатка вот нарисована. Что значит двадцатка? 20 в минуту, наверное. 20 штук в минуту. Ой, буквы-то не надо. Значит, проблема не в этом. Но увеличивать, как я уже говорил, не буду количество бутылочек производства, потому что ресурсы расходуются много. А мне ресурсы нужны для чего-то другого. Для запуска ракеты. А чтобы ракету запустить, нужно делать исследования научные. Что ж такое? Но все равно не могу я больше производить бутылочек, потому что нужно экономить уголь. Угля у меня еще... Где я уголь открыл? Уголь я не открыл нужное количество. А, открыл. Угля у меня теперь полно, кстати. А это значит, что я все-таки могу теперь увеличивать производство всего. Всех ресурсов. И этот уголь. Целых 10 миллионов у меня есть. В распоряжении. С лишним. Угля. Ой, загрязнять я все буду. Ладно, давай добавлю еще. 3 фабрики. Эй, не время. Сначала конвейеры. Исследования. Батарейки. Классно. А как же поезда? Вот через конвейеры я не могу поезда пускать. А, вот здесь могу. Вот здесь у меня поезд может проехать. В эту щелочку. Железная дорога помещается в такое расстояние. Ту-ту. А здесь будут подземные конвейеры. И железная дорога будет поверху ездить. Здесь по прямой. Чу-чу. Слева направо, справа налево. С запада на восток, с востока на запад. Итак, добавим здесь огня. Подземный конвейер я сделал. Да. Удалю этот ярлык желтенький. Средняя кнопочка мышки. Alt. И средняя кнопочка мышки. И поставлю этот ярлык. Ну так. Круть. Вот так. Вот так. Потом конвейер. Красненький. И так. И электричество. Это я уже... Это так и надо. Электричество. А потом производство железных столбов электрических надо будет наладить. Все надо будет производить. Это у меня будет производственная полоска. Длинная. Километры. Просто. Ну, как я придумал. Ну, мне так что-то нравится. Мне кажется, это удобно. Желтые полоски — это конвейеры. А желтые квадратики, пиксели, это пушки оборонные. А красные квадратики будут стоять. Это будут лазерные пушки, лазерные турели. А... Огнеметные турели, я не знаю, как будет отобразиться на карте, я не помню. Не замечал, не обращал внимания. Ну и что, сюда еще надо? Проволоку. Меди не хватает. Однако. Ладно. Пошел производить медь. Поставлю майнеры с медью. 5 штук. Да, меди давно дефицит у меня, я заметил, теперь. Пойду исправлю такой косяк.
Пум-пум-пум-пум. Всего лишь два майнера работают для меди. Мало. Сейчас еще 5 майнеров поставлю. Печки стальные. Каменные печки-то мне не нужны. В сундуках. Остальные как сделать? Кирпичи надо набрать побольше. Пойду наберу. 10 печек хватит стальных. А как их делать? Только из кирпичей и стали. Все есть. Кирпичи, сталь есть. Сделаем. Инзертер я сделал. Поставлю. 1, 2, 3, 4, 5. Я вижу. Я понимаю, что это не компактно будет. Не вся медь добываться, которая тут лежит. Ну и что, это я потом исправлю, когда будут электрические печки. Наверное, это будет скоро. А, во! Опять их много. О, работает в лаборатории. Непонятно почему. Мед так нравится ему. Так, добавлю угля. Теперь конвейеры. Здесь будут. Ну. Оп. Вот так. А теперь электричество и все заработает у меня. Да нет смысла мне эти большие столбы делать из стали. Электрические столбы большие, они из стали. Они дорогие. Во много раз дороже таких деревянных столбов. И не намного, ну, намного лучше, да. Ну, что-то я не вижу в них необходимости. Пока что. Так. Меди сейчас у меня... А! Меди-то у меня и не увеличилось количество, потому что я инзертеры не поставил. А их еще надо сделать. 24 штуки я их буду делать. Не так. Вот так. По 5. Конвейер поставил? Не поставил инзертеры. О, да еще и конвейеров... Недостаточно. Вот так вот. Так тебе. Так тебе. Так тебе. А, и здесь тоже надо добавить. Ой. Сначала это. И это. Молодцы конвейеры, молодцы инзертеры, все молодцо. Вот, теперь медь пошла. В большем количестве. О! Много меди не помещается на конвейер. Что же делать? Я знаю, что делать. Вот так надо сделать. Разветвляем. Подземный сделаем. И конвейер... Ой, нет, не такой. Вот такой. Вот так. Теперь на две стороны конвейера будет попадать продукция. Не будет такого столпотворения из медных слитков, из медных пластин. Фабрик хватает, пушек хватает. А, угля. Угля надо сбросить. Вот сюда. В бойлеры. Сундук пустой? Пустой. Добавим. Давайте. Коптите. На здоровье. Вы защищены.
О, лазеры сейчас будут у меня доступны. Неужели я уже лазерные пушки поставлю так быстро? Да. Нет, я их не поставлю. Не успею автоматизировать. Очень нужны чертежи и строительные роботы. Готовые чертежи. Готовых чертежей я нигде не взял. Из предыдущих игр не скопировал. Ну, я играл раньше. Я те чертежи делал в версии 0.16. А тогда рецепты были другие. И баланс игры был немножко другой, я так думаю. Какие-то изменения были, поэтому чертежи некоторые можно сделать заново. И конвейеры красненькие. Сколько? Немного, что-то медленно они делаются. Это мне не надо. Сплиттеры появились. 22 штучки. На какое-то время хватит. Так, а тут что у меня было? А, это у меня сплиттеры. А, желтый конвейер. О! Почти все истратились. Как быстро. Сколько их надо здесь? 4 штуки на один сплиттер. 25 сплиттеров будет готово. Потом надо фабрику поставить. Сейчас поставлю фабрику и уже сделаю умную автоматизацию. Фабрика конвейеров. Умную автоматизацию сделаю с помощью сигнальных проводов. Вот этих вот красненьких. Больше проводов. Надо. Будет у меня логическая система. Логическая сеть. Конвейер, конвейер. Железо и шестеренки. Сейчас будет. Ой. Так, это мне не надо, это мне надо. Это мне надо. Синий инвертер почти 100, это самый быстрый инвертер, но есть такой же быстрый инвертер, называется стек инвертер. Он может сразу там по 10 что ли предметов хватать, если ну науку прокачать. Теперь шестеренки, фабрика с шестеренками. Так, конвейер. Протащить. Как протащить конвейер? Отсюда. Стоп, убрать. Стоп мешается. Хе-хе. Не проблема. Сейчас исправим. Простите, друзья мои. Опять не получается. А вот так? А вот так? Вот так? Вот. Здесь мне нужно для конвейера место. Вот для этого. Что ты будешь делать? Стоп, столб лишний. Подземный. О, и подземный красный подземный конвейер имеет большую дальность подкопа, а синий подземный конвейер имеет еще большую дальность подкопа. Как замечательно. Так, теперь умный холодильник. Умная система сейчас будет. Соединяю красным проводом. Вот это все. Это место и это место. Так. Этот конвейер считывает, сколько желтых конвейеров в этом сундуке. И он будет активирован, если их там не будет. Рисую желтые конвейеры здесь. Равен нулю. Если их тут нет, если из сундука они будут пропадать, то они вот этот вот конвейер зашевелится.
И по нему пойдут желтые конвейеры уже. Производится новое. Ох, вот как подуло. У меня окно открыто, лето. Но сейчас что-то пасмурно. И в квартире довольно прохладненько, а я глушом сижу. О, и синяя лампочка. Синяя лампочка, значит, условие верно. А, нет. Синяя лампочка, значит, что сундук подключен к логической сети. А вот здесь красная лампочка. Это значит, что конвейер не активен, потому что условие ложное. А условие какое мы задавали? Что желтый конвейер равен нулю в этом сундуке. Вот такая логическая система, простая логическая сеть. Так, теперь сюда надо протащить шестеренки. Еще одна фабрика. Шестереночки. Вот они. И железо. Вот так. И электричество немножко. Все. А железо где? Простите. Не понял. Дефицит железа, что ли? У меня дефицит железа. Где-то майнеры, наверное, остановились. Или уголь закончился. Или конвейер не справляется. Нет, конвейер... Конвейер справляется с нагрузкой. Так, здесь у меня уголь закончился. Добавить надо. Нету. Дерево пусть. Нет, дерево у меня для поездов только. Не для печек. Уголь возьму. Так. Может, куда больше? В печку больше не поместится. В стальную. А электрическим печкам уголь не нужен, как хорошо. А это что стало? А-а-а. Ну да, уголь заканчивается. О, уголь закончился кое-где. Так, это мы уберем, это не надо. Пойду добавлю угля. Исследование. О, аккумуляторы. Их тоже надо будет поставить везде. И много. О, у меня тут сколько еще. Аккумулятор нужен, чтобы использовать электричество ночью. Тогда на электричество я не буду расходовать вообще топливо. Так, как не забыть-то, какие печки загрузил, какие не загрузил. Так, сверху вниз, снизу вверх. Так, эту загрузил. А то будут по очереди выключаться. Так. Ой. Это печка? Все. Так, в сундук уголь не надо засовывать. Все, печки загрузил. И майнер добавлю. У меня же закончилось железо в одном майнере. Здесь поставлю стальную печку. Конвейер. Ой. Вот так вот. Инзертер. И топливо. О, как хорошо у меня уголь есть с собой. И электричество надо подвести. Все. Компенсировал. Так, ну что, у меня тут в зале же вообще железа много. Сколько тысяч? 256 тысяч. Да, железо быстро уходит. Run out. Что называется. Надо уже побольше конвейеров, чтобы вот отсюда железо забрать. 154 тысячи.
И потом пойду на север. О, что тут у меня? Жуки! Помогите, жуки нападают. А, откуда? Откуда? Вот так. Гуляют жуки, короче. И нападают. Гад, все разрушил. У меня там угля был, запас. Да. Пушку-то я не поставил. Здесь. Не вижу. Здесь она стоит. А вот тут я ее не поставил. Забыл. Вот результат. Еще пушку поставлю. И теперь надо компенсировать потерю. Еще пушку поставлю. Или хватит, хватит. Это отремонтировать. Что я потерял? Только бойлер и кучу угля. Сундуки надо сделать. Немного. Труба есть. Чтобы сделать бойлер, нужен мне камень. Камень где взять-то? Пойти куда-нибудь за ним. А вот. 5 камня. Сейчас возьму 5 камня. Сколько здесь? 20. Хватит. На один бойлер. Ой, жалко уголь. Там много стеков угля было, я думаю. Эх. Так, не досмотрел. Так. Итак. Ну. И трубочки. Все. Опять сундуки поставлю. Один стальной сундук хватит. И уголь. Много. Ой, вот так. И столбик. Так, столбик заработал. И чё? Чё, не горит ничего? Не понял. Это работает? Чё, не хватает? Уголь есть. А! Понял. Воды нету. Воды нету, господи. Труб хватит? Все. О! Так. Добивает? Добивает. Хорошо. Жуки, надеюсь, будут нападать на эти пушки. Ну ладно, здесь тоже я поставлю пушку поближе. Немножко патронов. Все, защищено. Какие злые жуки. Ну и тут поставлю пушку. Потому что фабрики тоже загрязняют воздух. Все фабрики загрязняют воздух. Так, здесь инзертер не хватило у меня. Все. И тут инзертер. А как положить? Не помню. Z, кажется. Положил? Вроде положил. Кнопочка Z на клавиатуре. О, здесь конвейеры закончились, желтые. И этот конвейер красненький крутится. Пропускает продукцию. Если я соберу вот эти конвейеры желтенькие, сюда закину сундук, этот конвейер остановится, производство желтых конвейеров остановится, а сундук будет разгружаться. Так, шестеренки-то, чё? А! У меня проблемы с производством железа. Железо не идет. О, дождь.
Дождь идет. Слушаю это. Так, что же делать с недостатком железа? Так, конвейеров много у меня? Мне нужно 1000 конвейеров. Дорого стоит. 11 железа, 1 метр. А мне нужен километр. 11 тысяч железа надо переработать. Так, может шестеренок надо добавить количество? Откуда шестеренки? А, вот отсюда. Чего, железа не хватает? Не хватает железа. Конкретно. Делать, что же делать? Ничего не делать. Исследования быстро зато. Вон. 8 лабораторий работают с половиной. Все, этот залеж. Эти залежи. Я сделал так. Мне нужно сделать еще один майнер. Стальная печка есть. 23 железа возьму где-нибудь. Где железо? Один майнер. Стальную печь поставлю, майнер поставлю. Исследование. Любое. Роботы. О, летающие. Это роботостроение. Научный этап. Позволит делать рамочку крыла. Летающую рамку, короче. Рамку летающего робота. И что, я могу уже робота, что ли, сделать? Потом. Скоро-скоро роботов буду делать. Наверное. Строительных, нет? Не знаю. Ладно, посмотрим. Как у меня сетка крафта увеличилась? Нефтепродукты можно делать. Броню пока усиленную нельзя делать. Так, майнер сделал? Майнер сделал. Сюда поставлю. Здесь места полно. Вот в это место. Печку стальную. Конвейеры. А, вот так. И угля. Даешь угля стране? Мало угля. Много угля. Малый инвентарь. Маленький. О, ярлычок. По 11 штучек. Тум-тум-тум. Ну, так, расход железа у меня конкретный. Добавлю к бойлерам угля. Чтобы они не скучали. О, угля нет. Классно. Вовремя я пришел. А здесь сколько? 1500. Много. Ладно. Побегаю сейчас. Угля потаскаю. Для всех бойлеров. Для 4. Почему бы не побегать. Ох, я буду долго бегать. Минут 5. Туда-обратно. Или минут 10. Но раз в 4 мне придется походить. Так, этот полный. Сюда. Теперь здесь. Так.
полный. Теперь сюда добавим. Соберем. И последний. Оп. Зап. Инвентарь опять заполнился. И последний сундук осталось опустошить. Музыка хорошая здесь играет. Факторио. Фоновая музыка. Приятная. Еще разок схожу. Да, исследование, конечно, я быстро провожу. Но ресурсов теперь не хватает вот на конвейеры мои злосчастные. И тем более на солнечные панели, которые я мечтал сделать. А тут сколько угля мне? Не закончится? Мало угля. Отсюда возьму. Стальной сундук. Вот. Почти 48 стеков. И тут. Он тут полный стальной сундук. Тут не полный. В общем, надолго. Стальные сундуки большие у меня. Вот они, жуки-то. Пойду я их грохну. Загрязнение у меня там. Камнями буду бросать. Патронов мало. Ну ладно, на маленькое гнездо хватит. На маленькое гнездовье. Надеюсь, там не больше 4 гнезд. 400 патронов у меня. 418 обоим желтых. Сколько? Ну да, где-то гнезд 5. Подберемся поближе. А теперь патроны! Стреляйте, пушки. 3 пушки стреляют. Ой, у меня патронов нет. Так, это я удалю, это я удалю. Это я удалю. У, гады. Что же вы мне делаете? Вот так вот, да? Патроны есть? Ремонтируем. Прочное гнездо. Здоровье 350 здоровья. А у жука, у червя 200 здоровья. Что ж, надо сначала червя мочить, он опасный. Очень. Ой, в кислоту влез. Кучу пушек я потерял. Вот сколько. Ой, раз, два, три. Может быть, стены ставить подешевле будет. Стены ставишь. Будут они атаковать стены? Нет, я не знаю. Может, не будут. О, жидкие вагоны. Цистерны.
открытие цистерн. Так, что у меня тут? Ничего. Ой, воды сколько. Ой, железа сколько. И тут железо. Так, вот это сначала 154 железа. Собираю ресурсы по ходу, пока бегу. Сколько я играю по времени? 76 минут. Немало уже прошло времени. А сколько времени сейчас? 17:46. 6 часов. Так. Камни, камни, уголь набрал, наверное. Да, и уголь, и камни. В больших камнях есть и уголь, и есть камни. И то, и другое появляется в инвентаре. Так. Ну что ж, попробую теперь тащить конвейер. Оттуда. Туда. Чуть пойду сюда. Еще чуть сюда. Чуть вернее. О, вот так. Потащу. Может, желтые надо было. Да поздно же, я так сделал. Нормально, много. Почти достал. Закончились. Сколько еще? О, почти хватило. Сотня. Сотня метров. Всего лишь. Так, сделаем майнеры, сделаем сейчас все. И будет еще железо. Так, железо. Железо сворую, сделаю майнеры. Сколько майнеров могу? 38. 10 хватит. Стальных печек надо больше. Сталь есть. Кирпичи пойду возьму. Раз. 10 желез. 10 стальных печек здесь сделаю. Готово. Так, майнеры сделал. Это сделал. Пойду возьму, посмотрю, сколько конвейеров у меня готовы. Где у меня производство конвейеров? Вот. Сколько? 102. Хватит. На все хватит. Еще будет производиться сейчас потихонечку. Так, майнеры готовы. А, еще столбы надо. Еще электричество надо проводить. И поставлю сюда радар один. Будет смотреть. Будет... Радар будет заглядывать. Где там жуки? Где враги? Так, где у меня находится, кстати, я забыл. Патроны. Производство патронов где у меня? Это здесь. Я маркер поставлю. Вот здесь. Здесь я поставлю маркер. Желтые обоймы. Нормально. Так, куда я бегу? За железом. Прошел, что ли? А, вот. Сколько тут майнеров? Ой, тут немного майнеров будет у меня стоять. А, поставлю компактненько теперь, чтобы не пропадал ресурс. Ой, не так. Вот так. И не так. Вот так. Чтобы ничего не пропустить.
Вот теперь я соберу все подчистую здесь. Конвейерами соединю. А, защита. И радары. Радары где? Радар есть. Вот здесь поставлю радарчик. Вот так. Молодец, радар. Пушки. Пушки, я чувствую, нужные здесь мне будут. Вот так вот. Патронов я с собой не взял. А бежать далеко. А, ну некоторое количество есть. По 30, по 70, по 30. 50. Много. Вот так. 25. А может не нападут, я не знаю. Патроны есть, пушки, защиту поставил, конвейеры сейчас сделаю. Где у меня? Сейчас шелковый путь протащу. Вот так. А! Ошибка. Вот так. Нужно же еще печки делать. Забыл совсем. Поэтому конвейеры до печек. До стальных. О, а печки надо загружать сталью. Вай. Да, делов. Конвейеры закончились. У-у-у, и их будет еще не скоро у меня. Ладно, поставлю стальные печки. Сколько надо, сколько у меня? 9 майнеров. 9 остальных печек поставлю, больше не надо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А, 8 хватит. Один майнер у меня недолго будет работать. У него всего лишь 200 железа. 200 железной руды. И этот майнер будет тоже недолго работать. У него... Этот будет долго работать. 1600 руды. А этот майнер... 2700 руды. Много. 15 тысяч руды. О-о-о! Да, 100 тысяч немало, однако. Тук. Тук. Ой, наоборот. Вот так. 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 Повернем. Так, сейчас электричество пока притяну. И нужное количество конвейеров будет готово. Угля таскаю. А, уголь некоторое количество есть. Загружу. Так, инзертеры здесь тоже нужны мне. Так, разгрузка. Печек. Загрузка печек, разгрузка печек. Столбики. Ой. Вот так вот. Ой, пропустил. Надо внимательно смотреть. Глаза сломаешь. Готово, нет? Готово. Здесь сделал. Так, а куда я бежал? За углем? Наверное. Да, за углем. Сбросить камень нужно. Камень не нужен мне. Где сундуки-то? Ой, руда не нужна. О, исследования опять завершены. Эффективность лабораторий. Сколько? Плюс 20, плюс 30%. Стоит это 200 бутылочек. Сейчас эффективность лаборатории увеличится на 30%. Не слабо.
Так. Электричество кое-где. О, угля. Угля не хватает. Майнер, что ли, еще поставить? Нет. Угольных майнеров хватит. Или поставить. Да. Добавлю в печки. Потихонечку уголь заканчивается. Ой, опять не туда. А тут что у меня происходит? Пропустил. Какой кошмар. Вот так вот. Бывают ошибки. Ой. Так, здесь не надо. Что еще? Вот это надо загрузить. Так. Так. Так, 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 здесь у меня медь закончилась. Сломаю майнер, сломаю печку, сломаю инвертер. Так, здесь с углем я все сделал. О, полный инвентарь. Бегай далеко, я освобожу инвентарь полностью. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Возьму только уголь с собой. И провода. Потом починю эти пушки когда-нибудь. А уголь вообще есть? Что его таскать, если его нет? А. Да, о, поместился весь уголь. Сундук есть? Я с собой сундук возьму еще. Инвертеры возьму. А, все, возьму, короче. Тук-тук-тук-тук. Что мне надо? Так, это мне не надо. Это пригодится. Это пригодится. Больше ничего. Прям сейчас не надо. Куда я бегу? Куда я бегу? Я же куда-то побежал зачем-то. За конвейерами. Раз уж в инвентаре есть место, за конвейерами сбегаю. Ох, как они далеко. Сколько их? 54. Не очень много, но на что-то хватит. Провода, провода. Будем тянуть теперь. До радара дотяну. Патроны надо взять еще. В инвентарь положить. Сотни три. Так, тут стоит загружать? Да, стоит. Сейчас. Так, так, так. Так, электричество провел. До радара. Сейчас надо довести. Чтобы он начал работать мне. Функционировать. Вот. Ну, в зоне загрязнения я уже вижу. Жуков пока нет. Вот на... На востоке красная зона загрязнения граничит с черной неоткрытой территорией. Может быть, оттуда жуки прибегут, не знаю. Так, теперь надо поставить сундучок. Ой, как все сложно. И кучу красных. Мне нужны красные инвертеры. Я их не взял, а я возьму потом. Загрузка угля будет. Автоматическая. Далеко бежать. Бегать по 50 штучек угля загружать в печки.
Уже как-то долго. Неудобно будет. Так, продолжим историю нашу. Такую историю продолжим. А. Так. Так, все. Конвейеры здесь готовы. Электричество доведу. Что ж ты мне пишешь сообщения неудобные? И сюда электричество. Так, ну и сигнализацию. Нет, сигнализацию сейчас не буду ставить. Потом поставлю сигнализацию. 37 конвейеров. На что хватит, интересно? Электричество. Протащим. О, нет, так нельзя. Косяк. Так не получится. Я пошел за 10 красными инзертерами. И нужно сделать, походу, еще синенькие инзертеры. Систему надо наладить. Нормально. Где их взять? А, железо сначала. Так, починю эти пушки, они мне мешают как-то. Это недолго. Теперь пойду за... Что тут я оставил? Красные инзертеры. Два. Еще сделать надо. Вот так. Потом этих надо сделать. Остальное железо ног не нужен. О! Это есть. Это есть. О! Сигнализацию сейчас поставлю. Ой, не сейчас, не скоро. Так, конвейеры возьму еще. Красненькие. Сколько сделал? Я недолго отсутствовал. 37. Быстро производит, однако. Вот что? Угу. О, у меня 53 красных конвейера. Уже хватает. На что-то. На что мне их хватает? Чтобы довести вот до сюда. А это я сделаю вот так вот. Так вот это будет. И вот так вот. Это я удалю. Зачем? Сейчас увидим. Сплиттер. И два подземных инзертера. Два подземных трансформера, как их там, конвейера. Все. Ой, не туда нажал. Все. Вот так железо будет сюда падать. Так. Пум-пум-пум. Красные конвейеры появились? Да. Так, исследование. О, теперь пластик. За 200. Осталось несколько пунктов исследований. И все.
И начнется у меня экономия железа. Потому что следующие бутылочки серенькие. Я еще не автоматизировал производство. На юг пойду. Двигаться буду. Автоматизировать производство. Так, железной руды полно. Так, как же загружать уголь в печке автоматически? Да здесь никак. Здесь вот так. Нет. Здесь вот так. Посмотрим. Получится, нет. Это так. А! Да. Получится, наверное. Так, вот так, вот так, вот так, вот так. А провода? Как ставить? Не знаю. А провода как ставить? Никак. Все, все ломаю. Все неправильно. 4. Надо поставить 4 стальных печки. Вот так. Сделал ошибку. Допустил ошибку. Все переделывай. Это тоже не надо. Стальные печки ставлю. 4. Раз, два. Ой. Вот так вот надо было. Другое дело. Теперь, пожалуйста. И уголь можно загрузить. И электричество провести. Пум-пум-пум-пум-пум. О, конвейеры закончились, а я их отсюда заберу. И сюда поставлю. Загрузка угля. Посмотрим, как это теперь будет работать у меня. Беру красные конвейеры. Так. Вот здесь нужен мне будет. Так, 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 так. Так, 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 так. Так, с этим сделал. Все, провожу электричество, все должно работать. Загрузка угля должна работать. Провожу электричество. Вот уголь загружается, печки работают. И электричество могу провести. Теперь... А, так. Не хватает конвейеров. Ай, помогите. Зато хватает инзертеров. Это лишний. Оставлю здесь. О, пустой? Нет, не пустой. Сигнализацию поставлю. Пока. Пока делать нечего. Когда все железо здесь закончится, я получу сигнал о том, что железа больше нет. Пум-пум. Так, что у меня с майнером? Вся руда. Вся руда, наверное. Так. Громкость небольшая будет. А, без громкости. Без звука. Нет, послушаем звук. Так, проигрывание.
по всей карте. Показать тревогу. Так, значит, когда руда железная, где она у меня? Вот здесь. Будет равна нулю. Ну, но iron. Но iron 100K. Закончил железо 100 тысяч. И на карте я увижу, где закончилось железо. Ой. Как закрыть окно? Как закрыть окно-то? А, вот так. Еще раз нажму. Баг. Теперь нажимаю кнопочку Е. А, надо было кнопочку Enter нажать. Вот так вот. Точно. Кнопка Enter закрывает активное окно. А, закрывает активную... Как называется? Активную область. Все. Должно работать. Вот. Этот майнер считывает, сколько в этом залеже, в этом депозите железа всего. Когда все железо закончится, майнер подаст этому динамику сигнал. И все будет работать. Побежал за конвейерами. А. Незачем. Разгрузка. Самое главное. Все, схемка заработала. Покатаемся. По конвейеру бежать быстрее. Зато в обратную сторону медленнее. Ну так пошло железо. Теперь мне нужно конвейеров немножко взять еще. Сейчас я посмотрю, как железо добежит, доползет. И будет падать сразу на две стороны конвейера. О, поставлю сплиттер. Вот так вот. И подземный. Вот так вот. Вот так. На две стороны попадает железо. О, много железа как. Хватает теперь? О, сплиттер везде поставлю. Красненькие. Революция! Где еще сплиттеры нужны? Здесь. 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 Все. Так, обновление сплиттеров сделал. Обновление подземных теперь конвейеров я сделаю. Всех. Здесь. Так. 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 Ой. Что такое? Вот так. Вот так. И вот так. О, сплиттер. Сделал. Подземный. Сделал. Сплиттер. 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 Подземные. Исследование. Опа. Продвинутая электроника. Красные схемки можно делать будет.
Повернули. Повернули. Все. Все закончилось. Где брать теперь? Вопрос. Вопрос на засыпку. Ну, то апгрейд сделал. Сотня красных конвейеров. Сотня красных сплиттеров. А подземные конвейеры я еще не сделал. Они у меня закончились. Ну, зато я могу взять сырье и сделать все это пока что скрасить вручную. А где у меня вообще автоматическое производство красных подземных сплиттеров, конвейеров? Красные подземные конвейеры у меня вообще производятся автоматически? Нет. Ну и ладно. Нет, нельзя этого так оставить. Я наложу производство их тоже. Железа хватает. А потом солнечные панели, наконец. А потом, наверное, нефть. Я так думаю. Время игры 106 минут. Слава богу, конвейеров теперь хватает прямых. Доведу чуть-чуть. Прям 5 штучек не хватило. Вот так. Так. Пойду займусь автоматизацией производства подземных красных конвейеров. Ну, пока я все это буду автоматизировать, игра будет долго идти. И в этом стоит счастье в жизни. Так, тут у меня все функционирует. Вроде да. Медную проволоку не подвел. О боже, пропустил. Надо фабрику поставить. Отвлекся опять, да? На что-то. Сначала подземный. Вот так вот. Конвейер. Ой. Что я творю? Так, подземный провел. Еще подземный пойдет у меня потом в другое место, может быть. Поставлю фабрику. Вот так вот, инзертер. А фабрика будет производить медную проволочку. Инзертер поставлю, электричество проведу. Все, исправил ошибку. Вот, заработала. Теперь сплиттеры будут быстрее производиться. Но мне этого сейчас и не нужно. О! Сейчас посмотрим, как остановится вот этот вот красный конвейер. Поставлю, положу сюда желтенький конвейер. Оп, остановился. Но сейчас закончится. Это закончится сейчас. О, это закончилось. Все. Отсюда взяли. Это заработало. Так будет все обновляться. Вот. То же самое можно автоматизировать и... Ой, слишком много. У меня много сплиттеров слишком. И ну-ка я их уберу. Что за... Вот сюда. Так, со сплиттером я разобрался. Так, желтые конвейеры. Красные конвейеры. Так. Красные конвейеры. Желтые конвейеры. Так, что я буду здесь делать? Сюда нужны желтые конвейеры. Я поставлю сундук. Опять же. И свяжу его с этим инзертером, пожалуй. Электричество. Проводом красным.
И этот инвертер синий будет читать содержимое сундука, и если в нем 0 конвейеров, то он будет работать. Если я сюда положу желтый конвейер, ой, что за бред, ошибка. Здесь это надо сделать. Что я меньше 2 часов играю, но я чувствую, что я вот устал с непривычки. Так. Куда это? Сюда. Ну и, как я это уже делал, желтый конвейер равен 0. Все. Теперь могу модернизировать все это хозяйство. Вот таким образом. Красный конвейер поставил. Желтый засунул сюда. Расходуется. Инвертер горит красным огоньком. И желтым огоньком. Сейчас в сундуке закончатся конвейеры. Мы увидим, как это работает все. Сколько осталось? 2 осталось. Сейчас инвертер заберет последний конвейер. О, а этот загорелся зеленым огоньком. Активный стал. И то же самое надо сделать для подземных красных конвейеров, которые я еще не начал производить. Начну. Так, чуть подальше. Давай, производись. Так, сундук поставлю. Для этого случая собирать. И много не буду. Так, 3 стека. А нет, их много надо. Их надо много. Очень нужны будут. О, сплиттеры появились лишние. Ну-ка я их сброшу. Сюда. Ой. Не сюда. Сюда. Забыл. Так, это конвейеры. Сплиттеры где? Конвейеры. А желтые сплиттеры где? Нет, что ли? А. Не сделал. Ну, тогда самое время сделать. Вот так загружу. Красная проволочка сигнальная. С чем соединю? Вот с этим. Это сюда поставлю. Красный сплит. Желтый сплиттер равен 0. Все. Заработай. Заработала. Работает? Должен работать. Так, возвращаюсь к автоматизации красных подземных конвейеров. Сюда они будут падать. Готовые. Мне нужны теперь железные шестеренки. Ставлю фабрику. Железо загружу. Исследование. Синие бутылки. Оу. Это круто. Их сложно, конечно, делать. Сплиттер пошел. Так.
Шестеренки у меня начали готовиться, производиться. Теперь мне нужно производить желтый подземный конвейер. Пум-пум-пум. Пум-пум-пум. Музыка играет. Так, получится так делать. Желтый подземный конвейер. Ох, непросто. Вот так, компактненько. Не знаю, получится ли так компактно сделать-то. Сюда мне надо железо опять провести. Сплиттер. Сплиттер. Инвертер. Железо подвел. Теперь фабрику с желтым конвейером. Желтый конвейер. Инвертер. Так, надо эту воду поменять, чтобы будет не забыть. Так, сюда опять железо нужно. Так, железо провел, а сюда шестеренку. Опять для шестеренки надо фабрику. Недолго я, в общем-то, кручусь. Шестеренку начал готовить. Все, проведу электричество и должно все заработать. Так быстро. Как я это быстро сделал-то? Да, нет? Ай. Почти идеально все придумал. Маленькое недоразумение получилось. Так. Ой. Так, это сюда надо провести. Так, желтые подземные конвейеры сюда пойдут. И надо сундук поставить, сундук которого нет. Такого хватит железного. Конвейер. Соединим проводом красным. Ну, автоматизация. Сюда подземные вот эти конвейеры положу. Желтые. Если подземных конвейеров 0, то будет работать. Все, это я автоматизировал. Теперь электричество. Не готово. И вуаля. Так. Ну что ж, компактное производство, кажется, мне удается. Все, защиту ставлю на загрязняющую атмосферу фабрики. Ой, это многовато. Патронов 40, ты тоже много, 20. Научные исследования. Роботы начинаются. Строительные роботы могу делать уже. С робопортами вместе. О-о-о. Как много научных исследований я сделал. А сколько у меня бутылок на это уйдет? 100. Немного. А что же это не работает? Это шестеренка. А, железо. Это работает. А, конвейер нет, инвертера нет. Теперь инвертер есть. О, появились первые подземные красные конвейеры. Все, я это автоматизировал, причем быстро. Довольно. Теперь сделаю стены, фабрику со стенами. И остановлю запись уже. Ой, как я долго. Играю.
тобой добудем камни. Есть майнеры? Нет майнеров. Один есть. Как стены-то делать? Сейчас посмотрим. Из кирпичей. Майнер, печка и фабрика. Схема простая. Майнер ставлю. Печку туда. Печки нет. Побежал за печкой. Вот. Эффективность лаборатории выше. И загрузка. Количество лабораторий меньше. При сохранении производства бутылочек. Красных и зеленых. Я пришел. Зачем я пришел? Не помню. Наверх я пришел. Внизу я был. Что там? А! Мне надо сделать стальную печь. Найти. Вот стальная печь. Вот она. Одну возьму. Не надо больше. Уголь есть? Уголь есть. Печка. Загружу углем. Фабрика. И стены будут у меня. Сундук. Сундука нет. Железный. Ой, значит, зачем мне железные сундуки? Уже надо остальные делать. Ой. И сюда. Ай. Запрограммируем фабрику. Все, заработало. Производство стен пошло. Пушка есть? Пушка ей защищает. Ну все, на этом я, пожалуй, паузу сделаю. Солнечные панели начну делать. И потом нефть добывать. Наверное, так. Сохраняюсь. Ой. Савигами. Сколько у меня геймплей по времени? Плейтайм 6 часов 29 минут. Выхожу из игры. Останавливаю запись.